Всем привет! Всем привет! Приветствую вас на нашем канале! Сегодня у нас очередная распаковка. Это стабилизатор или стадикамма торговой марки FUTECH, модель SPG. Также в качестве бонуса нам достался вот такой вот удлинитель для него. Поначалу я думал заказать это удовольствие на Алиэкспрессе, но проработав киевские интернет-магазины, я убедился в том, что в Киеве заказать намного выгоднее, намного интереснее и быстрее, вот, чем заказывать из Китая. Ну что ж, начнем распаковывать. Начнем распаковывать. Ну что ж, поехали. Вот так. Сняли упаковку, вскрываем, что у нас внутри. Так, и что мы видим? Мы видим с гарантией от производителя, описание на английском. Описание на китайском. Это, скорее всего, сама упаковочка батарейка. С батареечкой. Батарейка и зарядный кабель. Вот, батарейка у нас получается на 3000 мА. Ну и обычный микро-USB-шный кабель. Так, сам стабилизатор в довольно интересном неопреновом чехле. Молния, влага непроницаемая. Так, что мы здесь? Ага, силикагель. Губки для установки экшн камеры и, собственно, сам подвес. Так, ну что, попробуем поставить аккумулятор. Так, аккумулятор. Ручка, кстати, приятная, прорезиненная, в руке не скользит. Так, получается, что он не заряжен. Ну что, стабилизатор заряжен, в принципе, готов к использованию. На Google Play установлен оригинальный софт, который позволяет коннектить сам стабилизатор и смартфон по Bluetooth и управлять, собственно, функциональными клавишами, которые имеются на стабилизаторе. Ну, если со смартфоном все понятно, то мне сейчас как же все-таки устанавливается сюда простая, как бы, экшен камера китайская. Выключаем. Вынимаем. Пробуем. Так, просто камеру поставить, увы, не получится. Для этого у нас есть эти вот поролоновые, пластиковые, резиновые губки. С губками все понятно, но есть какая-то непонятная вибрация моторов на стабилизаторе. Вот, что не есть хорошо. Вот, но есть одна неплохая идея. Вот, учитывая то, что стабилизатор будет использоваться во время активных мероприятий, таких как катание на лыжах, там, проведение времени на пляже или еще где. Поэтому попробуем, как же камера становится вместе с пластиковым боксом. Становится, я вам скажу, она сюда довольно-таки неплохо. И, скорее всего, что именно таким образом я буду ее использовать. Что? В принципе, я доволен. А дальше мы посмотрим, что же нам китайцы предложили в качестве удлинителя.
Вот наш удлинитель, еще не распакованный. Сейчас будем распаковывать. Начинаем. Вот наш удлинитель. Начинаем закручивать. Сейчас попробуем, как он удлиняется. Ну, в принципе, очень даже хорошо. Вот наш удлинитель для стабилизатора. Ну что, друзья, теперь осталось попробовать стабилизатор в действии. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Вот, ждите новое видео, уже снятое на этот стабилизатор. Спасибо. Всем пока. Пока-пока.